Люди, значит, неизбежно в отношениях претерпевают кучу кризисов, и по идее эти кризисы, которые они претерпевают, когда они в отношениях состоят, они должны делать их более как бы готовыми к следующим ситуациям, и они должны минимизировать количество кризисов. Но, как мы знаем, обычно кризисы идут по нарастающей. Сначала, значит, вот здесь вот это, потом все в лучшем случае заканчивается холодным игнором, значит, и такой, как это, больше не воюем, вот, потому что все внутри умерли. Вот, поэтому, значит, да.